Всем приветики! С вами Милис, и сегодня мы продолжаем играть в Shadow Warrior 3. Я ее хочу очень сильно пройти, так что не забудь подписаться на группу ВКонтакте, ссылочка в описании, и на канал. Не забудь свой царский лайкосик, комментарий, надевай наушники, и поехали! Так, Итак, Пончик, уничтожение дракона. Водный курс. Урок первый. Драконы притягивают магию. Включишь махину, и он появится. Прилетит, как мотылек на свет. Следуй за этими трубами, или, как говорим мы, профи сифонами. Нужно их включить. Они высвободят луч чистой ци. Это поразительный источник света. Понял? Нет? Поймет любой хоть раз, кто играл в видеоигры. Да, я тут еще как бы не вспомнила управление, вы мне уже текст кидаете. Я еще вспоминаю, на какие кнопки ходить, и вы что совсем? Я не готова к... Зайчик. Зайчик, а вон еще зайчик. Так, ладно. Пистолетик, двоечка, дробовик, троечка, двойное оружие, прекрасное, мое любимое, бомбы. Ага, ага, отлично, пистолетик пока сделаем. Так, правая катана, отлично, левая стрелять. Хорошо, зайчики, как вас тут много. Так, по этим мы, по-моему, стреляем? Нет. Короче, вот что значит забросить игру в прохождение. Так, я активировала какой-то корабль, дала питание. Зайчики, видите? А, вы зрители. Смотрите, смотрите. Вот я дала питание. Оно питает вот эту штуку ядерную. Теперь мы нажмем сюда. Лобысь! Сейчас прилетит ящерица. Найдите второй ретранслятор. Второй ретранслятор. Второй. А, мне вот сюда. Хози, скажу честно, только без обид, но управление в этой глючной приблюд... Я не могу читать и играть! Хози, скажу честно, только без обид, но управление этой глючной приблуды полный отстой. Только для людей и крошечных мозгов. Очевидно, ты не осознаешь масштабов нашей миссии. Дело не в этом. Просто сперва стреляю, потом делаю... Что-то там. А на какую кнопку? По-моему, на Е я нажимала. Потом просто сперва стреляю, потом задаю вопросы. А там всякие головоломки, ребусы не мое, короче, понимаешь? Ладно, он уже просто устал мне говорить что-то. На самом-то деле. А что с этой штукой делать? Забыла. Блин, а что с ней делать? На нее надо... Понятно. Она выдвигается. Ясно, понятно. А надолго это? Ладно. Ну, короче, мы пропустили самый интересный текст. А текст здесь отличный. Нет! Нет! Так, ладно, через полчасика я к вам вернусь. Я смогла, господи, боже мой, зайчики великолепные, я смогла это сделать. Я думала, тут на всю жизнь застряну. Так, ладно, возьми пистолетик. Ёб твою налево. А что случилось? О, занимательно, занимательно. Занимательно-то как? Ай, как больно-то. Выбор в жизни ты, конечно, сделал не самый лучший, и теперь тебе конец. А может, мне конец? Я
Я, по-моему, думал, что здесь полный пипец на самом-то деле. Ой, что-то я давно не играла, и, кажись, это, ну, вот это самое. Пипец полно, короче. Происходит. Мамочки, божечки, ой ты, боже мой. Что здесь происходит? Можно я наверх залезу? Ребят, вы буквально в смысле притягиваете к себе пули. Мне нужно хп, извини, я вырву твои глаза. У меня мало боеприпасов, потрясающе. Тихо. Я сказала тихо, спокойно. Ребят, спокойно. Только спокойствие, все еще будет. Иди ко мне. Твой глаз очень важен сегодня. Так, стоять. Отлично, отлично. Кажется, начинаю вспоминать все. Все, что возможно. Так, так, остался. Ой, твою ж налево! А что здесь делают эти бригадиры? Иди сюда. В кого кинуть бы, в кого? Ну, видимо, вас просто. Он пропал. Понятно, мы не достали. Да, пистолет возьми, да. В смысле, что ты пистолет не берешь? А, патроны закончились. Ну давай пополним патроны. А ты знаешь, мне это не нравится. А все? Все? Это все? Это все, что вы могли мне показать? Ух, как-то изи, знаете, вот как-то так легко получилось все. Точно средний уровень. Ладно, так. А что у вас за мутки такие с драконом? Он что тебе такого сделал? Он равнял горы землей, осушал океаны, творил всякую дичь в царстве теней. Дракон хаос воплотил. Чтобы спасти мир, нам пришлось его поймать. Почему только поймать? Почему не взорвать? Потому что драконы хранят невероятную энергию, словно гигантские магические батарейки. Мы поймали его и использовали его силу, чтобы стать сильнее самим. Так мы и принесли равновесие в царство теней. Так, хорошо. О! Отлично! Я знаю, эти штуки, за эти штуки мы что-то улучшаем. Вот, да, мы вот тут вот можем улучшить, мы можем улучшить пистолетик, кстати. Можем улучшить василек. Давайте василек улучшим. Потому что в сложные моменты он нам помогает. Так, здесь мы ничего не можем улучшить. История, испытания, награда получена, получена. Хорошо.
купить. Ладно, нет, не сюда. Так, отсюда мы пришли. Зайчики, приветики, котлетики. Юху! Так, 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 так. О, еще одни ништяки. Замечательно. А что это там? А там дыра. Ой, я ощущаю здесь глубину событий. Большую глубину событий. Я так и знала. Я так и знала. Вот про эту глубину событий я, походу, говорила. Это пипец полный. Вы что, ребята, вы что, ушалели совсем, блин, с ума сошли? Вы что творите-то? Ку, ку, кью, кью. Пожалуйста, мне кью. Ай, не трогай меня, червяк. Червяк! Нет? Если тебе не понравится стекать кровь до смерти, можно писать жалобу, и с тобой обязательно свяжутся в течение 48 часов. Твою ж налево. Найс, сколько в тебе изначально было всего плохого? Теперь в тебе нет ничего плохого, я тебя очистила. Вот так вот. Валить пора. Пора просто валить. О, опять застрял в текстурках. Ребят, ну вы даже не стараетесь, походу. Да. Да. Они, походу, вообще твои иметь не стараются. Приветики, ребята. Приветики, приветики, котлетики. Иди ко мне. Твои мозги нужны, ну, на самом деле, глаз просто как бы нужен. Вот так вот. Мало боеприпасов, нормально. Мне нормально боеприпас. Я надеюсь. А, где он? Где он? Уйдите. Уйди, уйди. И ты уйди. Где он? Больно, больно. Перестаньте меня так рубить. Крокодил. И ти-ти-ти-ти-ти. Так, да, надо не забывать про особенный удар. Так, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня вы на прием первый, да? Ну, давайте, проходите, проходите. Я пока соберу тут все, что надо. Ха-ха!
Когда же вы закончитесь? Да. Так, вообще надо убить вот этого крота. Где он? Да уйди, пожалуйста, не мешай. Ты не видишь, я пытаюсь поймать крота. Не мешай. Отлично! Повылазили теперь вот эти прыгунистые штуки. Ну, ёшкин матрёшкин, ну за что? Ну за что? О! Тихо, 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 спокойно. Ой, боже мой. Вы чего все-таки сумасшедшие сегодня? Радуйтесь. Пора идти, печку лечи, все дела. Да, уйди от меня. Кыш. Кыш, 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 кыш. Отлично. Минус один. Минус еще один. Ладно. Ты как бы не входил в мои планы, но, видимо, ты идешь в комплекте. Так, теперь твоя очередь настала на самом-то деле. Ага. Все? Ладно. Я думала, тут как бы... Почему так легко? Ой, легко. За 2 минуты справилась с вами. И что было после того, как царство теней воцарилось, это ваше равновесие. Мои братья меня поймили. Они неравномерно разделили силу дракона. Им было плевать на то, что я хочу и в чем нуждаюсь. Они мои вечные враги. Для них всегда была главная сила. А борьба за власть. Боги — это грёбаные нарциссы, готовые на все ради правенства. Так... Первенством. В общем, так они создали мир. Я, конечно, прилагал им свои идеи, но некоторые они, впрочем, забили огромный хрен. Прошу заметить. Они жаждали абсолютного контроля. В их мире не было свободы, там все подчинялось им. Неудивительно, что в итоге этот мир хорошенько так арканул в лицо. Продолжаю, знаете, что невозможно читать и играть. Невозможно. Вот, ну невозможно. Вот, я так и знала, что сюда можно пройти. Пик. Так, ну все, смотрим концерт. Ох, какая хибара-то прилетела. Должен предупредить тебя, Лаванда. Дракон направляется в вашу сторону. Не стоит недооценивать мощь этого существа. Он уже пожрал всех твоих родственников. О нет, этот громадный дракон, он пожрет тебя, как пожрал твоих глупых братьев. Но они были глупые, поэтому он их съел. Знаешь что, у них не было моей крутой пушкицы? Вешай трубку, Лаван. Ну сейчас, сейчас он проедет, и мы начнем. Сейчас, сейчас, подождем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, надо соблюдать очередь. Когда он закончится, это когда очередь не заканчивается. Взял один, кто-то взял еще одну жвачку, а пакетик надо, пакетик надо. А, давайте еще и второй пакетик. Да-да-да. Ой, я забыл, сейчас вернусь еще обратно в зал, возьму кое-что. Ладно. Так, поехали. Зайчик. Зайчик. Так. Чуть-чуть не спрыгнул, блин. Ить. А, это у нас что? М-м-м. Так.
Меня здесь что-то сильно настораживает. Беру свои слова обратно. Меня здесь ничего не настораживает. Замечательно! Почему ты упал? Почему там нет дна? Да куда ты стреляешь? Тебе в них надо. Ку-ку-ку-ку. Спасибо за глаз. Привет. Так, главное на середину не идти, а то я просто рухну. Сейчас что-то рванет. Это будет твоя попа. Ну, надеюсь. Твоя первая ошибка была вообще нападать на меня, походу. Так. Я вообще не знаю. В играх, в шутерах обожаю парное оружие. Вот, двойные пистолетики, это мое. А двойные вот эти... пулемет. Еще лучше. Ой, твою налево! Чуть не вылетела за грани этого. Ой, твою налево. Ребята, у меня мало припасов, вы понимаете? У меня очень... блин, мало припасов. Да, из вас слишком много. Иди ко мне. Поэтому я возьму твой глаз. Не туда кинула, не в того. Он бесполезен. Я бесполезно это использовала. Ага, ай-яй-яй, это уже мое стреляет или это не мое? Так, подожди, 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 на. Оглушись немного, у тебя проблемы. Стой, я хочу забрать твою душу. А где мое оружие? Так, стой, заберу. Заберу твои глаза. И кину их. Тебя. А теперь ты умрешь. Спасибо. Ты очень послушный. Так, все, я справилась. Да-да, я справилась, отлично. Так, все, тут нету никаких тайничков, то я вас знаю, вы любите всякие ништячки прятать от меня. Ладно, ничего. А нет, есть боеприпасы. Угу, у меня все полное. Ну, почти. Мне вот туда вниз? Я ж упаду. Ну вот, я упала. Я думала, сломаю что-то. А чего хотел Ходжи? Того же, чего и сейчас. Жить по своим правилам, не по правилам моих братьев или Зиля. И уж точно не по правилам этой огромной чешуйчатой гниды. И я бы снова стал богом, если бы была такая возможность. Это абсолютная свобода. Но для этого нам пришлось бы не убивать дракона, а поймать его и питаться его силой. А мы так делать не будем. Этот текст, наверное, был рассчитан, чтобы здесь пробегать его читать, но это невозможно. Я не могу и вниз, и наверх смотреть. Чё? Ребята, чё? О, спасибо. Спасибо, главное долететь, долететь. Долететь! А то я помню один ролик, где я перепроходила столько раз, столько времени на это потратила. Это был кошмар, столько нервов было убито.
Так, здравствуйте, я пойду, пожалуй, погуляю. Я, кажется, хорроры пропустила где-то, да? Я, ё-моё. Абару Гурума. Стоять. Стоять, у меня шок. Что это за страшное существо из хоррора? Я не хочу его видеть. Так, Абару Гурума. Рожать такого урода едва ли доставило удовольствие. Его мамаша, что с артиллерийской пушкой... Господи, да боже мой. Все понятно. Так, это все открыто. Ага, здесь мы ничего не сможем прокачать. Здесь, в принципе, тоже мы ничего не сможем прокачать. Замечательно. Так, всякие истории там. Это потрясно. А что делать, ребят? Можно ли вас... У меня паника, вырву глаз. Спасибо. Господи, я его не убила за это время. Привет. Привет, давно не виделись. Привет, так отойди от меня. Ребята. Уйди от меня, ты чё? Ты чё, какашка? Уйди. You hope you're not... Чё? А мне он нравится, он, видимо, от паники, как я аж на английском говорит. Ну ладно, ну, может тебе подыскать себе другую работенку? По смерти, что-то там денежки не заработать, видимо. Ой, до свидания! Это я не к вам. Я к вам не хочу! Ё-моё! Блин, это я стреляю или не я? Хрен поймешь уже, на самом-то деле. Я, не я, ты, он, она. О, ладно. Она отскакивает, замечательно. Не стреляй в меня! Тебе что, не учили? Ладно. Где мои лезвия? А, ладно, он тут яйца откладывает свои. Не будем ему мешать на самом-то деле. Я его слышал где-то справа. Вон, кидается. Так, ну сначала надо с вот этим побороться. Ай-яй-яй! Блин, как будто по заднице надавали. А туда я тоже не пойду. Блин, все перекрыто. А! Ух! Я зря сюда пришла, и здесь писец полный. Блин, ползет, ползет, гад, ползет. Ты где? Ты где? Так, у меня еще один выстрел. Где этот сумасшедший? Но я не про этого одноглазого теперь. Так, я про какого-то нормального киборга, которого я могу сейчас это все закинуть. Блин. Ладно.
Эта пушечка иногда так бесполезна. Почему их так много стало? Да, отвалите от меня, пожалуйста. Сколько можно, задолбали. Серьезно, уже сил нет с вами. Умрите, пожалуйста. Вот, вот так вот. Нефиг лезть ко мне. Да, и не лезьте сюда. Так, понятно, с ними надо, когда они летают, справляться только пушками. Да, фигня им до беса. Что они, из них красный выпадает? Что за яйца? Блин, отлично. Да иди пара-па-та-та-та-та. Что за дела? Почему их так много, блин? Не тормози! Все, лететь, колотить. Лететь, колотить. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно отдохнуть. Бесполезное место скинула это все. Так, иди ко мне, босс. Больно, можно как бы не так сильно бить. Господи, господи, вон он. Все, только он остался, я надеюсь. Нет, не только он. Отвали! Отвали! У меня есть боеприпас. Ой, ты боже, что ты так разорался? Иди ко мне, блин. Нужен глаз. Нужен глаз срочно. Отлично! Ай! В смысле? Мне еще что-то ударило. Все? Все? Все. Ладно. Соглашусь, вот это вот было сложновато. Да, вот здесь пришлось уже все постараться. Слушай, меня волнует один вопрос. Выберет ли мир тебя своим королем, когда узнает, как ты спас всех с помощью машин для убийства дракона? Как бы я не это хотел. Думаю, тебе подойдет титул его царского королевства Верховного Высочества, всего человечества и существ, больших и малых. Я ответил на твой вопрос. Да я уже забыл, про что спрашивал. Ой, 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 так, ой, 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 как Винни-Пух, ой, 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 проблем куча. Так, хорошо. Да, я понимаю, вы с своими братьями не особо ладили, но между вами должна была быть хоть писюлечка братской любви. Да хрен там, они послали меня, как только выкачали силу из дракона.
Они решили оценить мой вклад в победу и сказали, что я продолжу, что я продемонстрировал неподобающее Богу поведение. Да, что я часто шучу, когда нервничаю, но от этого я не остановлюсь менее серьезно. Господи. Знакомый братишка, отпусти одну пушку в сторону этой мотока, и все, тебе хана. Неумелый, непочтительный и непригодный к совместной работе. Я не смогу... Боже, ну хватит текст, ну хватит, дайте, да ё-моё. Да достали уже просто, ну хватит. Кого? Поглубже? О, ну чё? Вы чего? Это что там за ругательство, я не поняла. В моём присутствии. Да, твою налево, да присядь, усядься ты, да шо ж такое? Так, и где-то я тут не смогла что-то допройти. Так, во-первых, надо просто до туда допрыгнуть. Писец. Да блин, да хватит! Задрали! Кто умеет ломать игры? Я умею ломать игры. Кто ломает игры? Я. О, замечательно. Я это сделала. Теперь главное не упасть, потому что это кошмар. Столько раз перепроходила. Итак, чем можно здесь полакомиться? Чем можно полакомиться? Чем можно здесь полакомиться? Тут есть что-то интересное для меня? Что, ничего? Вы ничего для меня здесь не приготовили? Вам не стыдно? Я думаю, всякие ништячки, там, в виде очков, улучшений, усилений, новое оружие, может быть... А как мне туда добраться? Что-то я не поняла. О! Ништячок. Так, это классно, конечно, но как мне туда попасть, я что-то не понимаю. Так что давайте на этом приостановимся и продолжим играть уже в следующей серии. Мы запустим этот генератор, последний. И, наверное, откроется вот этот какой-то магический огромный портал, и посмотрим, что случится. Так что, если ты хочешь продолжение этого ролика, так что не забудь поставить свой лайкосик, подписаться на канал и на паблик ВКонтакте. Это очень важно. Так что все, всем пока-пока.